Не по приказу, а по убеждениям. Чита Кисляковых принимает участие в каждых выборах. В этот раз за кого голосовать, сомнений не было ни у кого. С большой уверенностью в нашем выборе пришли на голосование за Владимира Владимировича Путина, потому что в его лице мы видим будущее нашей страны, будущее наших детей, внуков и правнуков. Глава семьи – военный водолаз в отставке. Династия Кисляковых началась с деда. В войну он встречал моряком Черноморского флота. Погиб в 41-м на Украине, защищая Одессу. Александр Георгиевич пошел по стопам отца. 28 лет отдал флоту. Своего сына воспитывал на личном примере. 7 лет он у меня ходил под воду уже. Вот я его потихонечку спускал. И самое главное, я всегда ему говорил, что защита Родины – это самое мужское главное достоинство. И с тех пор он, не задумываясь, когда пришло время, я уходил на пенсию, он закончил училище, также водолазом, и продолжал служить. И до сих пор продолжает служить. Теперь уже и внук, закончив мореходку, стал штурманом на пограничном корабле. В этой семье, как ни в какой другой, понимают ценность мира. Понимают и то, что гарантией этого может быть только сильная страна, у которой сильный президент. Никита Бойко, Михаил Попов, Сергей Корабельников. Анапа регион.